они ничем не отличаются. Так, вот это была заставка. Ну, я понимаю, там задержка идет. Короче, давайте я сначала покажу вам мульти, а потом уже начну играть основную игру. Что себе мульти представляет? Он на четверых игроков. Насколько я знаю, здесь можно... Черно-белые поддерживали между собой соединение с помощью какого-то шнура, короче. Возможно, тут это было. То есть мы... Это карты, тут их вон целых 12 штук. Ну, допустим, возьмем первую. Опять, это не основная игра, это, так сказать, не знаю, мультиплеер, что ли, типа такого. Или как оно называлось на геймбое, я не знаю. То есть тут 12 карт, мы можем воевать. Я знаю, просто в покемонах же можно было играть, ну, с другими, у кого были геймбои. Там вроде 2 соединялось, но может были какие-то шнуры, которые позволяли там и 4 соединить, и больше. Да, вот такая приблуда. Сейчас я последнего добью, ну, или... А, я уже выиграл. Так, стоп, мне нужно на выход. Да, блин. Ладно, я сейчас перезапущу, потому что я не помню, как тут на выход выходить. Ну а, собственно, работает сама игра. Что я могу делать? Кататься могу. Левой кнопкой я верчу башню, она как бы вертится направо. Правой стреляю. Тут, короче, не надо мне жмакать каждый раз. Тут все, короче, для игрока сделано хорошо. Я раз зажал кнопку, и он очень быстро, как видите, прекрасно стреляет. Есть разное оружие. Я их все покажу, но буду в основном пользоваться вот этими ракетами. Это вот первое. Вообще, надо сказать, тут любое оружие, которое тебе дается, хорошее. Вот это тройное. То есть, как обычные пульки, только 3. Тоже, кстати, удобное. Но мне больше вот это вот нравится. Тоже, как обычные пульки, только в две стороны. В принципе, я ее проходил, ни разу конты не терял, но если я даже умру, то здесь конты есть, так что это не проблема. Так, блин. Взял. Вот это следующее оружие. Типа выстрел бомба. Тоже хорошее. Ну, как я говорил, тут все оружия хорошие, и даже дефолтовое тоже хорошее. Но вот это, мне кажется, мощнее всех, поэтому вот я им пользуюсь. Да, если вас раз попадает, у вас оружие отбирают. Бензин — это энергия. Ну, игрушка, надо сказать, притормаживает, когда врагов много. Видимо, выжимали все из консоли. И музыка тоже притормаживает. Вот это первый босс. Босс вертолета. Как знаете, если босс вертолет в игре, то это как минимум очко надо добавлять. Блин, затроллил. Что-то я не думал, что он так этот винт меня кинет.
если бы у нее еще ремейк был, где можно было бы тут влево-вправо башню убирать, вот, куда ты крутишь, чтобы сам их убирать, а не только в одну сторону, то было вообще классно. Ну да, вертолет, который кидает винту. Ну это типа вертолет-робот. Ему можно. Так, вот эта жизнь была. Так, тройные я брать не буду, мне не нравится. Так, а вот это наш первый настоящий босс. Ну тут, то есть, это тоже был босс, а тут как бы полубосс. Вот так вот. Все, готово. Энергию, канистра энергию дает. Это справа, что черная полоска моя. Просто у меня ее не так часто отымают еще на первых уровнях. Это где-то вот начиная с третьего, там уже даже жизнь могут отобрать. Ну, надеюсь, что конт я не возьму, потому что я его два раза проходил и ни разу конт не брал. Но опять, считаю, что это стрим. А у меня на стримах всегда какие-то проблемы. Не, это не баг, это моя энергия. Ну на черно-белом геймбое выбор небольшой, это полоску энергии какую делать, либо черно, либо белой. Можно еще полосочку сделать. Кстати, как вы видите, тут враги довольно разнообразные. И машины вон есть такие вот, и вертолеты. И есть тут то, что мы так любим в Мегамэне. Или не любим, посмотря кто. Да блин. Вот так вот сейчас сделано. Тут, в принципе, попадание одно не страшно, но я хочу это оружие сохранить. С ним я быстрее босса убью. Не, шипов тут нет. Тут можно по всему ездить. Ну, кроме этих, не знаю, как сказать. Кроме воды, наверное. То есть тут такого поверхности, которые бы дамажили, если проезжаешь по ней, такого тут нет. Блин, попали все-таки. А, блин. Сейчас мне, конечно, не помешало бы. Тут следующее попадание будет уже смертельное. Но это ничего не значит, я все равно тут где-нибудь обязательно жизнь не теряю. Раньше или позже.
блин. Ладно, пожалуй, я здесь не буду брать ракету, хотя она мне и нравится. Ну вот ракета и вот эти вот двойные, это самое лучшее оружие. Вот канистра. Так, сейчас если я попаду на ракету. Ну, бомбы тоже хорошо. Так, следующий босс. Это, видимо, какой-то пьяный робот, потому что он, видите, пытается ходить нормально, все время падает. Готово. А что это такое, Кема? Я вижу, что это расчетыритель какой-то. Что он делает? Точно не маленький. А мне что-то показалось, как будто, блин, засмотрелся на твою картинку. Ну, как вот такие большие эти, ну, вот эти четыре, будто они для телевизора. Ну, как антенна такая, знаешь, для, не знаю, там, для Соньки второй. Что-то картинки казалось. Честно, да. Мне тогда интересно, что было много игрушек, которые на Game Boy черно-белом могли поддерживать, ну, скажем так, игру для четверых. Я знаю покемоны, они же как бы на двоих были рассчитаны. Что там вообще можно четвером играть? Это тоже босс. Бить его можно в любой момент, не обязательно, когда он раскрывается. Я сначала думал, что нужно только попадать ему в раскрытие. Это не так. Просто стреляешь по нему и все. Блин. А вот и жизнь дали. Жизнь потерял, жизнь взял. Thank you.
есть лучше бы двойной выстрел, потому что вот не успеваешь разворачивать, дуло про него, этот клон уже исчезает. Вот сейчас он удачно очень вылез. И сейчас удачно вылез, все, трупак. Наверное, да, на геймбое же были спортивные игрушки. Вполне возможно, они некоторые поддерживали игру на четверых. Почему бы и нет? Или эта серия Некетсу, по-моему, как-то так называется. Она вполне веселая и смотрится, и что на черно-белом, что на цветном. Интересно, я сам не знаю, зачем я эти все здания разрушаю, потому что в них никогда ничего не бывает, и очки тут не дают. То есть все призы тут только в машинках подводят. Ну знаете, так как, не знаю, видишь, надо разрушать. Блин. Сейчас я удачно пролетел между двумя выстрелами. Он вообще нифига, вот, по большому счету, не полезный, потому что вот я как бы... Частота у меня падает, просто в стороны я стреляю в дыр. Мне больше частота важна, чем, не знаю, сторонная. Так вот сейчас будет меня троить, будет бомбы кидать. Ладно, есть контакт. Так, вот, жизнь это хорошо, и энергия хорошо. Вот это, собственно говоря, и танк, который был на заставке, ну, типа, на ролике. Мы в него заезжаем через дуло, и сейчас будет вот это, что все любят в Мегамене. Или не любят. Задел все-таки. Они тут единственный только босс, нет, это первый босс первого уровня, его нету. Точнее, второй босс первого уровня. Остальные все будут.
А, блин. Натикаешь, я подлез так низко. Готов. А теперь нафига подлез так высоко? Все, сейчас финальный босс будет. И у меня 4 жизни, так что я пройду его. Тут вопросов быть не может никаких. Да я читал. Я знаю, что, к примеру, Super Nintendo могла его поддерживать, и цвета раскрашивать могла. И вот то про покемоны читал, что они соединялись. Я просто не знал, что вот можно было 4 соединить. Я еще читал, что вот Color довольно недолго просуществовал. Его потом этот Advent заменил. А вот Game Boy был довольно-таки, ну, скажем так, приличное время. Все, готово. А, в английской? Обязательно посмотрю тогда. Действительно, в английской обычно больше про это пишут. Все, еще одна готова. И сейчас будет главное. Вот на него дашборд обязательно надо поменять. Это на Кирби блок этот. Сейчас, пока пройдет заставка, все такое. И вот с ней я буду сидеть до всех 9 часов. То есть... Давай, я подожду. Напишешь, когда поменяешь. Так, ну, собственно, все, кнопки не работают. В общем, всем, кто будет смотреть когда-нибудь только это, до свидания. Сейчас пока я отрубаю.